Допустим, у вас кофемашинка Seiko Viena. В какой-то момент, когда вращался заварной блок, вы достали лоточек, не в тот момент, когда он был в стартовом положении, и после этого не можете его уставить назад, потому как заварной блок упирается. О, вот это наш случай. Что надо делать в этом случае? Достаем заварный лоточек для сбора жмыха. Вот тут есть такой выступ. Внутри кофемашины он вставляется вот в этот пазик. Что надо сделать? Взять линейку или любую плоскость и засунуть его туда. Как будто все запчасти в кофемашинке. Машинка должна быть включенная. Вот, нет лоточка, мигает эта лампочка. Сейчас возьму линейку и сделаю именно это. Линейка, выступ вставляем. Все, кофеаппарат отработал, после чего вы легко сможете вставить этот лоточек опять назад. Все, вы справились с этой неисправностью.